Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Максим 159, и сегодня у нас обзор мода в Майнкрафт. Сегодняшний мод добавит нам в Майнкрафт вот такие вот 4 гранатки и яблоко золотое и 2 новых моба. Ну что ж, давайте начнем. Итак, 4 гранаты, это такие вот безумные гранаты, которые много чего умеют. Итак, первая граната, давайте ее. Я вам покажу. Я помню, что это за граната. Давайте ее испытаем на воде. Кидаем гранату один раз. И смотрим. Так, немного подглючивает. Как мы видим, вот эта граната подняла в воздух вот этот вот кусок земли. Вот этот вот уголь, вот это железо, которое было, оно все теперь наверху. А вот этот вот кусок, он внизу, который... Кстати, вот тростник, который был на нем. Вот железо. Прикольно. Если брать лаву или брать, вот, например, с песком, то оно так же само, в общем-то, отклеится. Это просто кусок земли. Ой, это не та граната. Окей. К этой гранате мы попозже придем. Давайте, так, еще раз вот эту вот гранату. У каждой гранаты свои особенности, так что не переключаемся. Так. О! Берет даже вот эти вот блоки, которые были вверху. И вот кусочек. Вот какая дрянь, да? И вот такой вот кусочек земельки. Следующая граната. Которая, что она делает? Блин, ладно. И сейчас проверим, что она делает. А что она делает? Она должна засасывать всю землю в один блок. Сейчас ждем. Она долго. Смотрите. Это офигеть. Сейчас мы будем падать потихоньку, так что я лучше поднимусь. О, кстати, вот вода. Смотрите, это все в один блок. Все это сейчас всосется в один блок. Гравий падает. Давай. Вот. Вот эти все блоки, это вот... Где ты? А. Это вот этот вот блок земли. Пик! Все. Нету блока земли. Давайте также поднимем вот этот кусочек вверх. Вверх. Выше. Выше. Летающие острова. Да, ну иногда долго поднимается. Подлагивает. О, вот. Как вы видите, лава на этом огромном куске земли. Ой, куске камня. Ну что ж, давайте перейдем к следующей гранате. А следующая граната, давайте ее пустим лучше, когда ночь. Так, да, ночь. Пускаем, и она... Давай быстрее. Она у нас поджигает. Где огонь? Вот огонь. Вот она у нас вот так вот прикольно, красиво поджигает. И дофига земли сносит. Да, смотрите, сколько она земли снесла, да? О, да, смотрите. Это, кстати, вот эти гранаты можно использовать просто для раскопки там каких-то вещей, там, например, алмазы. В поисках алмазов, золота, лазурита, редстоун и так далее. Ну что ж, последняя граната. Самая красивая, самая красочная граната. Я ее уже показывал. Вот, ну не показывал я нечаянно. Но давайте я вам покажу все-таки. Как мы видим, эта граната... Так, тихо, тихо. Как мы видим, эта граната делает мост. Пока она не упадет окончательно, будет делать мосты. Черт. Они, походу, не соединены, что ли? Не соединены. Все вот. И по ним можно ходить. Это такой
блок. Прикольно, это радуга. О, да, смотрите, какой мост, да? Прикольно, прикольно. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на крафт всех этих вещей. Не всех, я только вам покажу вот этих четырех гранат. Крафт яблоко я не смогу вам показать, потому что оно не крафтится, да. Так, ну что ж. Граната, которая кусок земли держит в воздухе. Динамит, земля. Легко. Дальше. Вторая граната. Динамит, обсидиан и адская звезда. Сложненько, сложненько. Но это граната, все блоки в один блок. Слаживает. Делает огромный кратер. Следующая граната делается из динамита полностью. И вот такая вот последняя красочная граната делается из стекла цветного и динамита. А яблоко не крафтится. Кстати, яблоко вообще, я не знаю, зачем тут надо. Оно вообще ничего не делает. Ну, на ней прикольная вот такая вот улыбка. Итак, последнее. Что в этом моде? Это два моба. Первый моб – это красная борода. Да? Да. Красная борода. Из красной бороды кто-то... Что там? Стрела падает. Так, давайте еще наспавним. Я помню то, что падает красная борода. Ой, какая красная борода? Падает стрела. В общем-то, с красной бороды падает стрела. И второй моб... Готов поспорить, вы просто не ожидаете, что это за моб. Какие ваши догадки? Какие ваши догадки? Говорите, говорите, ну. Ну. Вы никогда в жизни не угадаете, что это за моб. Я не знаю, зачем автор этого мода добавил сюда этого моба. Ну, не знаю, наверное, был под чем-то. Ладно, ну что ж. Моб второй. Это белый куб. Да. Я серьезно, белый куб. О, маленький. Ты. Смотрите, белый куб. Что за бред? Нафига белый куб в Майнкрафте, а? Кстати, их вроде бы даже нельзя убить. Да. Смотрите, мы, короче, их бьем, и они уходят очень далеко. Это, кстати, вроде бы не враждебные мобы, да? Настройки. Так, сейчас. Я же в креативе там. Где тут? Так, они нас будут трогать? Нет, они нас трогать не будут. Они, наоборот, нас боятся. А красная борода? Что? Ты меня не трогаешь? У него наушники есть? А не трогает, трогает. Фиг мне. У него есть наушники. А, это не он, это не наушники. На тебе, красная борода. Ну что ж, ребят, вот такой вот мод. Мод добавляет гранаты, добавляет какое-то яблоко и двух мобов. Первого это красная борода, и второй это белый куб. Не знаю, зачем белый куб. Да. Ладно, ну что ж, на этом все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ссылка на мод, как всегда, в описании под видео. Да. Всем пока. Пока! Уи! Оу, е! Мало.